Роскошные бедра Лободы привлекли внимание женатого Галкина. Светлана Лобода показала очередное упражнение, которое позволяет ей оставаться в превосходной форме. Бедра певицы привлекли внимание артиста Максима Галкина. Светлана Лобода, кажется, не расслабляется ни на минуту. На своей странице в Instagram певица продемонстрировала, как проводит время с пользой для тела. На опубликованном видео Лобода тренируется у бассейна. При помощи специальной резинки артистка усердно качает бедра и ягодицы. Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым, правило номер один. Не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку. Через лень не могу, написали мотивирующий пост Лобода. Призыв вызвал отклик Максима Галкина. Однако артист, как обычно, отнесся ко всему с долей юмора. «Не, я сегодня не пойду», — написал он. Внимание на экран. Ранее Светлана Лобода вызвала панику среди фанатов, выложив фотографию своих ног. Колени певицы почернели от гематом. Жуткий снимок огорчил подписчиков Светланы Лободы. Фолловеры наперебой дают советы по лечению. Сама артистка о причинах своего состояния выразилась весьма расплывчато. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Регулярный секс, секрет звучания голоса, интимные признания Бусулиса. Аристократка с хорошим воспитанием, роскошная дочь Алсу покорила сердце россиян. Талантливый, порядочный и честный, 65-летняя Успенская откровенно об отце будущего ребенка. Богиня красоты, Захарова восхитила шикарной фигурой в бикини. И многое другое.